Здравствуйте, друзья, это Владимир Жанковский, в программе «Есть идея». Выручка Twitter, все, наверное, обратили внимание на Twitter вчера, за второй квартал неожиданно упала на 19% год-году до 683 миллионов долларов. В том же квартале 2019 года выручка составила 841 миллион долларов, а разводненная прибыль на акцию 1 доллар 43 цента. Акции TWTR, тем не менее, прибавили довольно заметные 4% на вчерашнее закрытие рынка. Ну что же случилось? Во время своего конференц-звонка менеджеры Twitter использовали беспроигрышный по нашим временам рассказ о своих любимых пользователях. В нем говорилось, что среднесуточный объем пользователей DAU за квартал вырос до 186 миллионов по сравнению с 166 миллионами на закрытии первого квартала. Число пользователей также выросло на 3-4% в годовом выражении, показав самый высокий годовой рост с тех пор, как фирма начала отслеживать эту метрику. Так вот, самой большой проблемой этой риторики является то, что большая часть этой армии пользователей никогда не будет монетизирована. Инвесторы зачастую со временем разочаровываются, когда они не видят притока денег за новыми пользователями. Такая практика показала, насколько сложно убедить новых пользователей и раскошеливаться на платные сервисы. На очень известных примерах таких компаний, как Snap, Pinterest, Zoom, Zoom Info и даже TikTok –